Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас какое сегодня у нас? Сегодня у нас 20 апреля 2019 года. На улице по-прежнему прохладно. Температура где-то 2 градуса тепла. Немножечко так посветлее как-то по сравнению со вчерашним днем. Сухо, но по-прежнему ветерок. Я занимаюсь домашними делами, а конкретно, что я делаю? Почему плохо закрывается окно? Почему у нас плохо закрывается окно? Ага, все, вот так, ясно. Ну, а я готовлю обед. Вот тут я нарезал морковочку, лучок. Здесь у меня курица бульонная, кубанская, доходит. И сейчас я буду обжаривать лук от семени дуг. Так. Маслица сюда нальем. Так, лука вот сколько, не знаю, целую луковицу? Наверное, целую. Повара свистят, когда режут лук, когда лук слезу выбивает лед. Повара свистят, чтобы свистом сдуть грусть, тоску, печаль, хоть бы как-нибудь. Знаете, чьи это стихи? Это стихи Евгения Евтушенко. С детства я слышал эти стихи, у меня есть сборник стихов. Стихами увлекались и моя сестра, и Юра, брат. У Юры брат, кстати, у Юры моего брата, любимый поэт, это Николай Рыленков. Вот кто не знает этого поэта, пожалуйста, найдите его стихи, почитайте. Замечательные стихи. Ну, конечно, у него и Есенин, а сестра моя Таня, она и Константина Симонова хорошо знает, и тоже Есенина, и меня стихам учила она. Сыпь, гармоника, скука, скука, гармонист пальцы льет волной, пей со мной, паршивая, пи-пи-пи-пи, пей со мной, затаскали тебя, измызгали, не втерпешь. Что ты смотришь на меня синими брызгами или в морду кошь? В огород бы тебя на чучело пугать ворон, да печенок меня измучило со всех сторон. Сыпь, гармоника, сыпь моя частая, пей, выдра, пей, мне бы лучше вон ту, пи-пи-пи-пи-пи. Она глупей, среди женщин тебя не первую, немало вас, а вот с такою, как ты, со стервою, лишь в первый раз. Сыпь, гармоника, сыпь моя частая. А дальше-то как? А дальше забыл. Они же стихи, когда их учишь, они как-то до того вот эти вот нейронные связи в мозгах связываются, что их очень трудно разорвать. И если еще повторять постоянно в течение жизни какое-то время эти стихи, они вообще никогда не сотрутся с памяти. Вот. А вообще, конечно, стихи это, не знаю, без стихов, по-моему, вообще нельзя жить. У меня, кстати, Маша сочиняет стихи,
И в этот раз интересная она историю рассказала. Говорит, им задали стихи учить на военную тематику. Вот. Про войну. А как раз мама была на работе, доступа в интернет у Маши не было, вот. И она что сделала? Она просто взяла и сама сочинила стихотворение про войну. Вот. Вон она сидит сейчас, вот так на меня обернулась, сказать, зачем это он говорит. Ну, а для меня это было просто, ну, это был бальзам на мою душу и на мое сердце, потому что ребенок вот таким образом может выйти из положения. Вот. Не искать где-то, у нас, правда, книг там целая куча лежит в углу, но попробуй найди какой-нибудь сборник, где еще стихи на военную тему. Ну, это, по-моему, проще действительно сочинить. Вот. Вот такое отношение у нас к стихам. Ну, картошку режу кубиками. Я не знаю, сколько картошки надо. Я вообще не люблю много всего, когда в супу картошка плавает, там, ой, что я, надо же вот так было разрезать еще, ну ладно, вдоль поперек, а я режу брусочками. Так, теперь надо все-таки порезать. Оп, хорошо. Так. Так что стихи это всегда очень интересно. Так, угу. А возраст висят, когда режут лук. Когда лук слезу выбивает лед, пора свистят, чтобы свистом тут грусть, тоску, печаль, хоть бы как-нибудь. Так, ладно, хорошо, все варится, картошка есть, картошку мы пока вот сюда вот сыпем. Так. Проходит ясь, проходит сон, любовь проходит.
будет все, и жизнь пройдет, не пьет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота, лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. У него ни долгов, ни детей. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. И красивее он, и стройней. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брови в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит дядь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь пройдет, не пьет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота, лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю жизнь. Проходит ясь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь пройдет, и жизнь прошла, и жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи, не уходи. Не уходи. Друзья мои, это была песня. Автор ее Борис Полоскин. Ну, про эту песню много говорилось. Вот. Вообще, конечно, Борис Полоскин перепел эту песню, потому что есть французский исполнитель, и мелодия такая, и слова даже такие же. Он просто, ну вот и вот, перевел ее на русский язык. Друзья мои, вот у меня есть куркума, а для чего она, я даже не знаю. Купил их недавно, так куда она делась, ладно. Надо всегда заканчивать вовремя, и на этом я свой репортаж заканчиваю. Я думаю, будет у меня сегодня хороший обед. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал об Анапе, о моей жизни в Анапе. И всего вам доброго, друзья!